Итак, в общем-то, мы загружаемся и начинаем... И заходим. Играть я буду на джойстике. Поэтому Чита. Есть предположение, что... Создать будет еще лучше. Предположение, да, что с гардами сказать, в игре будет немножко получше время. А ты со штейки тоже на него запилил? А? Со штейки тоже на джойстик запилил? Что еще раз? Со штейки на джойстике тоже. Со штейки нет. Но ты, да, это уже было бы совсем чересчур. Да, ты, короче, начинаешь гарничать, что-то не так, ты просто нажал там левое, правое, загрузил, прогрузил, да, все, короче. Вот, слушай, идеально. Я бы сделал, если бы у меня джойстик был. Я все-таки сделаю громкость потише немножко, потому что я нифига не слышу вообще ничего. Так, а сейчас я включу звук. Да. Вот, потому что, серьезно, я ничего не слышу, что здесь я из-за этого орущего звука в наушниках. Я его даже не полностью надела, она все равно орёт бешеная. Итак, в общем-то, да, выходим в город Детландию, да? По-моему, нормально всё со звуком. Нет, это просто мне лично не слышно нифига. Не, я понял, да, я просто поэтому я его уменьшил. Поэтому я его уменьшил. Да, это Фесс появился еще, привет тоже. Ага, здоров, Фесс. Так. Значит, сейчас мы исследуем космосферу Клоша, да. Уверен, что у тебя чат работает? А, вот, работает. Уверен. Теперь я тоже в этом уверен. Да, уверен, абсолютно работает. Так, так, дайв-шоп, да? Да-да. Сейчас. Блин, играть на кривистой мини, естественно, немножко неудобнее. Просто, короче, у джойстика-то нету, не было стикеров. Это был единственный доступный вариант, учитывая то, что у нас в городе, по сути, только два нормальных компьютерных магазина, да? Вот, и... Ну ты понял, короче. Не, ну подожди, на клавиатуре у тебя та же крестовина, по сути. Да я знаю, я просто поменял какие кнопки, ну, одни. Тот, где должны этот ходьба происходить персонажи, это у нас получается правый стикер, да? Я его запилил на крестовину. А просто передвижение там по мировой карте далее запилил на клаву. Вот, и все. Я объясню, не понимаю. Да. В общем, мы погружаемся в этот раз в Клоша. Потому что тапочки Клоша. Ну лучше нашел этот язык рук в рутпаш и так далее. Просто пропиши в гугле, да, Gymnast Dialogues, да. Вот этот что ли, Enter Root? Да, да, Gymnast Dialogues пропиши, у тебя должна быть первая ссылка, сразу варом выскочить. Так. Итак, я наконец-то на 5-м уровне. Согласно Infell, здесь должно быть намного все труднее, чем на предыдущих. Да, действительно, я с этим согласен, я уже помню этот уровень. Леди Клоша! Или это снова Рейсу? Я ненавижу тебя. Опа. Ауч, за что? Я... Хотела бы, чтобы ты никогда сюда больше не приходил. Я тебя ненавижу. Стерва! Пожалуйста, подождите. И что это было? Так болит. Ну, естественно, пощечина со всей дури всегда болеть будет. Вот это что ли? Да, да, да. Это то, что появляется на входе в космосферу. А именно просто протокол захода, не больше, не меньше. Да? Так, заходим. Куда мы заходим? А, в дом Клоша. Сейчас я напомню себе, до какой штуки мы должны проходить, да? Насколько я помню. До песни про этих пингвинов, да. Там даже не в этом дело. Ну там можно посмотреть. Ну, просто, случай, просто мы проходим сейчас перед 35 уровнем, чтобы ее хоть немножко усилить. Так же, как да, перед да? заходом, а бы куда просто делать все стейты. Да. По-моему, на самом деле можно в последний момент отказаться. Отвечать на вопрос. Не помню я реально. В любом случае, по-моему, пингвины это последняя песня перед тем, как в общем-то космосфера заканчивается. Поэтому какая разница, да?
О, может быть, это и есть Кро? Да, откуда вы знаете? Ну, моя дочь всегда говорит о тебе. Но, понимаешь, она такая милая. Добавок, да, как... сколько пипина получаешь? Ну вот, сейчас узнаем по прохождению. Так, вдобавок, так же, как и сказала Клоша. И что же она говорила обо мне? В любом случае, заходи. Клоша ждет тебя под... в этом... Ай, как это... Блин, и вот я просто вылетело слово из головы. Я точно знаю, что это за слово. И, в принципе, если подумать, я могу подобрать к нему аналогии, но у меня оно просто вылетело из башки. Ох, Лавсик это... Да, томящийся от любви, в общем-то, на самом деле. Да. И она ждет тебя вся вот прямо изнывающая от любви. Вот, точно. Вот так. Только, короче, нашел перевод и сразу синоним в голове автоматически подобрался. Ну, естественно. Да. На русский синоним тоже. Она вся изнывает от любви? Что это за фраза такая, да? В любом случае, спасибо. Сюда, пожалуйста. Так вот это комната леди Клоши. Не то, что я бы здесь не был, да? О, боже. Клоша, ты не должна бросать плюшевые игрушки в своих друзей. Почему ты пустила его в свою комнату? Ну ведь ты же хотела увидеть его, разве нет? Эй! Не поощряй его! Слушай, я могу сказать, что ты вся взволнована. Ты даже оделась в свою юкату. Просто уходи отсюда, мама! Ладно, ладно, я поняла. Хорошая комната. То же самое, что сказать, короче, слушай, хорошая погода сегодня, да? Вот, юката, оно хорошо сидит, на это хорошо сидит тебе. Итак, чего тебе здесь надо? Да ничего особенного. Вот, просто, а для чего вы оделись, леди Клоша? Никто не слишком часто использует слово anyway в этой, на этом уровне, Паш. Да, слишком что часто. Что из этого? Слышишь? Да, я слушаю. Они слишком часто используют слово anyway. Ну да. Прям в каждом, я не знаю, абзаце anyway, мне это не нравится. Я это уже заметил. Да. Это не только здесь. Да. Значит, сегодня летний фестиваль, и я собиралась пойти туда. Что, одна? Что, с этим что-то не то, что ли? Да нет. Но просто... Ваша мама сказала мне, что вы ждали меня. Кто еще тебя ждал, а? Так. Ну, вообще-то, в принципе, здесь не важно абсолютно, что мы выберем, да? Вот, поэтому просто сохраняй save state. Паш, ну-ка напомни мне кнопку загрузки save state, я мне она из головы вылетела. F3, не? F3. Да. F2 с минус 8. Ну, в общем-то, не важно, что мы здесь выберем, на самом деле. Вот, попробуем сначала выбрать наиболее меньший подходящий вариант. Это пойти... вернуться, да? А, точно, я совсем забыл, что вы ненавидите меня, леди Клоша. Простите меня, пожалуйста, я немедленно покину это место. Погоди! А? Не уходи, подойди сюда. Но... Нет, я так одиноко, пожалуйста, подойди ближе. Нет, это, короче, цундеризм во всей его красе просто. Вот, причем именно такой классический, чистый, да, Паш? Как самогон, да? Дистиллированный. То есть дистиллированный цундеризм. Я такая одинокая и... У меня соответствующее настроение, да? Вот. Я хочу поехать, пойти с тобой на фестиваль. Ты ведь понимаешь, да? Серьезно? Да, поэтому, пожалуйста, возьми меня. Вот прямо здесь, на полу, окей. Хорошо, тогда...
Нет! Отойди от меня! Так что вы все-таки от меня хотите, я не могу понять. Отойди от меня, покинь эту мою комнату, убирайся с моих глаз. Ненавижу тебя, ненавижу тебя, ненавижу, ненавижу, ненавижу тебя, ненавижу, Кроа. Так, попробуем перезагрузиться. И, соответственно, первый вариант — это пойти вместе. Ну, если вы не возражаете, я бы хотел пойти на фестиваль с вами. И еще бы я пошла бы с тобой. Не может быть. Действительно, как жалость. А я так хотел пойти на фестиваль с вами. Да? Да. Ну что ж, я хорошо, я пойду с тобой, но при одном условии. В каком условии? И я боюсь толп. Мне нужно, чтобы ты меня защищал. Если ты будешь держать мою руку все это время, пока будем на фестивале, ты можешь пойти со мной. Да? Конечно, я могу это сделать без проблем. Так что, ты возьмешь мою руку? Конечно. Пойдемте. Нет, не трогай меня! Как это мерзко! Ну и, собственно, здесь повторение идет. Убирайся, свои глаз, ненавижу тебя! Что здесь вообще происходит? Что она хочет? Опять, в любом случае, я не должен быть здесь. Пожалуй, я спущусь вниз. Извини, Кроа, она настолько сильно избалована. Да, все нормально, но что здесь вообще происходит? Что такое с Леди Кош? Ну, она пытается просто все свои проблемы встречать на пролом. Она была в глубоком стрессе из-за того, что ты сюда... Когда тебя ждала. Но ранее вы же говорили, что она прям вся томилась от любви, нет? В любом случае, Кроа, пожалуйста, позаботься о ее сердце ради меня. Ну, нет, она здесь вообще сказала, что схвати, да? Схвати ее сердце ради меня, да? Схвати ее сердце ради меня. Вы точно используете это слово правильно? Схватить. Вспоминается Иниго Монтойя, который говорил, что... вот ты продолжаешь использовать это слово. Я не думаю, что оно означает то, что ты думаешь, оно означает. И, пожалуйста, послушай все ее проблемы. Освободи ее разум. Ладно. Что ж, свидетели Иеговы пошли. Да, культ. Я... Я так чувствую, будто на меня навалили сразу столько проблем. Ну, в любом случае, так как Инфели говорит... Да не, ничего особенного, просто начали пятый уровень космосферы Клоша. А в любом случае, как говорит Инфели, это проблема, которую она не может решить сама, поэтому она все еще остается здесь. Опять, в любом случае, я должен найти Леди Клоша. Кошмарный оверюз. Да, я постоянно ее переводил как... Как бы то ни было, вот это что мы приводили. Точно, я вспомнил. Инфель, ты здесь? Ты такой громкий, что ты тут разорался? Кстати, я не потерплю, что ты ко мне обращался и вот так вот. Да. Ну, если ты мне заплатишь 20 лифт, то возможно я потерплю. Слушай, что-то так дешево. Что-то, короче, что-то, да. Ладно, там какие-нибудь, я не знаю, красные фонари, да. Подворотник какой-то, да, по сути. 20 лип. Так, чего ты хочешь? Ну, я спрошу тебя прямо. Ты была девой 400 лет назад? Вау. Да. А кто тут, короче, говорил, что Кроа все такой тупой, ничего не понимает, да? Вау. Чего? Да нет, я хоть забыл, что в этом месте такое.
Вот. Я помню этот вопрос, на самом деле. Итак, Кром напрямую спрашивает Infel, была ли она девочкой 30 лет назад. Момент, собственно. Если кто-то помнит, то когда мы пошли в этот Promise Hill, где лошадь типа хранили, то там было написано про Infel. Да, там было написано про Infel, и про нее было так доступно, на самом деле, написано, в том плане, что... Да, и Кро даже заметил, что опа, Infel. Да. Infel. В общем-то, он полностью прав. Infel — это была дева 400 лет назад. Это одна из тех дев. Сейчас расскажет. Да. Я думаю. Что должен означать твой вопрос? О чем ты? Да. Ну, в том месте, которое называется... Холмом обещания. Я увидел статую тебя и девы Хамура. Ой, какое совпадение! Да, как кто-то сказал, что один раз это случайность, два раза совпадение, а третий раз это уже... Это все, да? Да. Ты однажды упомянула принцессу на белом коне. Это была она? Дева Хамура? Я что такое говорила? И как долго? Ага, понял. Сейчас опустим до 70%. Так. Через микшер. Да. И как долго ты еще будешь избегать этого разговора, а? Ну, ты понимаешь, иногда вещи более веселые тогда, когда они остаются тайной. Ну-ну. Все тайное все равно когда-нибудь становится явным и... Кро еще будет спрашивать Infel по этому вопросу. Ну, собственно, слово Infel еще в одном месте звучало. Ну да, Инфельфира, чё. Да, и это тоже не случайно. Это тоже не случайно. Тогда чуть дальше станет известно, что там происходило 400 лет назад, надо будет рассказать. Там, на самом деле, происходило 400 лет назад полная жопа, да, Паш? Да, ну про это же расскажут немножко. Да. Итак, мы снова наблюдаем бэкграунды, которые идут от игры к игре. Уже второй раз. Да. Я не могу найти Леди Клоша в этой толпе. Это словно как это искать иголку в стоге сена. Кстати, абсолютно та же самая поговорка у них, просто один в один. Слово-слово. Да. По-моему, они скопировали ее. Опа! Не делай вид, что веришь задорно. Да, я знаю. Вот, кстати, Алиса. Если кто помнит, эту девочку мы видели на первых уровнях, да? Да. Вот. Просто... Мы ее видели, естественно, не так давно, просто по уровням, просто долго не проходили, в смысле, да. Клоши. Ну вот, в общем-то, Алиса. О, Алиса? А что случилось? Ты что, потерялась? Я совсем одна. Ты так одинока. А, так ты тоже здесь одна? Ну, и я. Давай пройдемся вместе. Да? Алис, смотри, вот там тир. Ты когда-нибудь раньше играла в подобные игры? Нет. Я так и думал. Хочешь попробовать? Да. И у нас тиром заведует Лауда. Кто же еще, да? Он ведь всегда орет постоянно, да? Паша. Вот. По-моему, Альфман впору заведует тиром. С его пистолетиком. Да-да-да, точно. Значит, давайте, подходите! Если можете попасть, сможете попасть в игрушку, она станет вашей. Что скажете? Сказал Лауда с жутким акцентом. Ну что ж, попытаемся. Опять акцент. Вообще бешеный просто. Почему? Что ты сделал? Ну ты посмотри, как он разговаривает. Акцент сумасшедший, ну да? С жутким кустрянским акцентом. Да. Спасибо. И кто из вас будет стрелять? Она будет стрелять. О, какая милая маленькая девочка. Возьми этот пистолет и начинай стрелять.
Да. Алиса, ты не должна стрелять в него. Ах ты мелкая. Что ты пытаешься сделать со мной? И опаньки, акцент совсем пропал. Да, он опомнился. Простите меня, пожалуйста. Я этого не забуду. Ты будешь наказана. О нет, Алиса, беги. Да? Да. Блин, ей-богу. Эй, а ну погоди. Наконец-то он от нас отстал. Алиса, ты разве что, совсем не устала? Нет. Нет, да, нет. В любом случае, вот это ты, конечно, промахнулась эпически, да? Чтобы попасть в того старика, который стоял в углу. Да не может быть просто... Сейчас. А, вспомнил, разъява. Ну, это, нет, да, ты не могла бы, не можешь это быть не просто... Это не могло быть просто случайностью. Да, ну, в общем, это не могло быть просто случайностью. Я сделал это специально. А? Алиса, что ты только что сказала? Я выстрелил в него специально. Но почему? Если бы это... Это же просто игрушечный пистолет. А что если бы он был настоящий? Вау. Простите, мне так жаль. Если бы этот пистолет был бы настоящим. Простите, что это была всего лишь игрушка. Простите меня. В общем-то, да. Я так хотела бы, чтобы он был настоящий. Да, я так хотела бы, чтобы был настоящий пистолет. Вот. Жаль, что это всего лишь игрушка. Простите. Алиса, что, черт подери, ты говоришь такое? Пожалуйста, простите меня. Простить тебя? Пожалуйста. Ладно, я прощаю. Пожалуйста, перестань плакать. И она перестала. Что происходит? Кто ты такая? Ты... Продолжаешь вот здесь появляться. Ты что, какая-то часть Леди Клоши? Я хочу пойти домой. Хорошо. Вроде как уже смеркается. И извини, что я здесь тебя так допрашивал. Я хочу пойти домой, но мой дом так далеко. Мне не удастся туда до него добраться. Слушай, я сейчас доведу тебя домой. Ничего страшного, что он так далеко. Правда? Хорошо, тогда позаботься обо мне. Да, конечно. Можешь показать дорогу? Еще немножко. Немножко? Но мы не можем идти дальше. Там нет земли, чтобы... Да, в общем-то, там обрыв. Мы почти добрались до дома, но мы не можем попасть туда. Это что, вон тот мираж, что ли, вон там? И как мы должны тут до туда добраться? Мы не можем. Эй, Алиса! Она исчезла. Что это за ребенок? Ну, естественно, все объяснят, кто она такая. Эй, Инфель, ты здесь? Инфель. Что? Я же тебе сказала, я не позволю тебе обращаться так ко мне. Кстати, в прошлый раз было даже и через миллион лет, да? Сейчас и даже через сотню лет. Ну, она да, стала да. Мягче. Да. Может быть, ты не будешь возражать, если ты заплатишь за это? Слушай, извини, я хотел тебя просто кое-что спросить. Ты ведь знаешь, что такая Алиса, да? Хочешь, чтобы к ней обращались, мне интересно. Инфелишка. Инфельчан, да? Ты знаешь... Нет, я подозреваю, что все-таки сама. Что? Я подозреваю, что она хочет, чтобы к ней на самом обращались. А, ну это обойдется.
Ты знаешь, такая Алиса, да? И что с ней такое? Если то, что ты говоришь, это правда, тогда это тоже, она должна тоже быть частью Леди Клоши. Так что она такое? Я не знаю. Мне тоже было интересно, но даже в своих великих познаниях я не могу найти вообще ничего. Понятно. Ну что ж, может быть, если ты пройдешь глубже в ее разум, ты выяснишь это? Ты так говоришь, будто это просто как об асфальт. Ну, я за тебя не могу работать. Ты должен сам пройти вглубь ее разума. Поэтому давай, иди, короче, удовлетвори мое любопытство. Слушай, я не ради тебя это делаю. Да? Как жаль. Ты весь фокусирован на Клоша. Я бы просто хотела, чтобы ты хотя бы часть внимания уделяла мне. Чтобы на леди Клоша? Разве люди сейчас вообще так говорят? Ну, здесь имеется в виду, что... Ну, это чисто английское выражение, на самом деле на русский его нормально не перевести, по-моему. Вот. Ну да. Да, просто real integral, это ты, по сути, это если говорить наиболее прямой перевод, то это будет звучать как... сейчас. Вспомню подходящее выражение. Вот как-то... то ли втюрился, то ли еще как-то, да? Вот так. Что-то такое. Что-то вроде такое, да? То есть она, по сути, он имеет в виду, что она разговаривает такими архаичными выражениями, да, которые люди уже не используют. Это не архаичные выражения, да. Правда, что мы вспомнили, поэтому... Да, что они... Я люди... просто русских архаичных, честно, сам не знаю, скорее всего, да. Вот, и люди больше такие, собственно, фразы не используют. Что? Почему ты об этом беспокоишься? Хочу и беспокоиться, какое твое дело? Так, цветочный сад. А, Леди Клоша, вот вы где. А я вас искал. Кро, ты хочешь пойти со мной на фестиваль? Да, конечно. Понятно. Я тоже хочу с тобой пойти. Отлично, я рад. Ну что ж, тогда пойдем вместе. Нет! Одну секундочку, у меня телефон. Одну секунду, извините.
Так, простите, отвлекся ненадолго. Давай. Да вам позвонил, опять, короче, ничего не может разобраться в браузере. Так, да. Леди Клоша, то, что вы говорите, это несет ни малейшего смысла. Ну, для тебя, может быть, здесь и нет смысла, но для меня, я вот себя чувствую вот так вот, и это нормально. Ну, ты в любом случае не поймешь это чувство. Но это неправда. Расскажите мне об этом. Может быть, мы найдем решение? Конечно, найдем. Вот тебе очки, давай, начинай. Выкладывай. Правда? Ты поможешь мне найти решение? Ну, я сделаю все, что в моих силах. Все? Да, значит, ты сделаешь все, что я скажу? Да, я постараюсь как можно лучше. Хорошо, тогда надень вот это. Это... Ну вот, начинается до херня, ненавижу. Эту часть? Окей. Okay. Ой, блин. Это собачий ошейник. Да? А теперь вот так вот, и мы пойдем на фестиваль. Погодите, вы что, хотите, чтобы мы пошли вот так, в таком виде? Разве ты не говорил, что сделаешь все, что я тебе скажу? Ну, да, но... Кроа... Я люблю тебя, Кроа, ты мне очень нравишься. Что так все внезапно, я что-то не понял. Это не внезапно. Я не знаю, когда это началось, но... Ты мне начал сильно нравиться. Да, но столько всего происходило, я просто не могла тебе раньше сказать. Но теперь, когда ты на поводке, похоже, что я могу. Ты мне нравишься, я люблю тебя, я всегда хотела тебе это сказать. Я всегда хотела тебе сказать, что я люблю тебя. О, маленький Кроа на поводке, ты выглядишь так мило. Леди Клоша, пожалуйста, успокойтесь. О, я абсолютно спокойна. Теперь мы можем пойти на летний фестиваль. Я пойду вместе со своей любовью, маленьким Кроа. Конечно, распущены на самом деле волосы, это, наверное, самое лучшее, что у меня есть. Вот именно вот среди причесок. И что, мы пойдем в таком виде? Но это же выглядит странно. Это не странно. Ты выглядишь отлично в этом ошейнике. Милый маленький Кроа. А теперь пойдем. Пожалуйста, не дергайте поводок. Я иду. Хе-хе. Какой у тебя мерзкий вид. Ну что ж, наслаждайся вниманием. Ну, я вообще это не этого ожидал. А, вот ты теперь заговорил. Ты должен быть поосторожнее. О, блин, первое вот незнакомое слово, которое встретилось за довольно долгое время. Петюлант. Раздражительный. Она переводится как раздражительно. Слушай, Ваня, они там все не совсем нормальные. Раздражительный, обидчивый, да. Да, обидчивый. Обидчивый, наверное, лучше даже. Да. Да, ты должен быть поосторожнее, иначе она подумает, что ты становишься... Ну, что ты обиделся, да? И вот опять этот цвет. Опять. Это уже второй раз, по-моему, да? Да. Что он значит, непонятно. Да я тоже нифига не понял. Об этом ничего не объясняют, нигде. Может, где-то в доп. Материалах каких-нибудь, черт возьми. Нет, Паша. Че? Нету в доп. Материалах ничего про надо это. Надо на фачальнице узнать. Кстати говоря, это идея. Они бы, скорее всего, что-то придумали. Это, значит, обидеться. Обидеться. Ты понимаешь, Инфель, тот момент, когда ты уже хотела что-то, шутку какую-то сделать или что-то еще, да? Он уже прошел с позничком. Заткнись! Я просто делаю лично для тебя, все настолько очевидно, уже ты, до тебя так медленно все доходит. Да, как скажешь.
На самом деле есть, короче, предположение, что его разговоры с Энтфель гораздо более несут смысл и прогресс, чем с Клошем, на самом деле. Да, серьезно. Ну, в чем-то да. Клоша, кстати, не совсем садистка. Она потом объясняет, что это такое. Сбой мориагари, не? Сатте, доно миса кара маору кашира? Нет, голос, короче, Клоша, вот именно сейвиски, да, это просто секс для ушей, реально. Она офигенно справилась со своей работой. Да, сейчас с интернетом все нормально. У меня сейчас стабильно 25 мегабит выдает. Ничего не обрывается, ничего не падает, все просто летает и все супер. Вот, вау, какая толпа! Кстати, это все. Последняя сцена. Да. Поэтому мы сейчас берем пингвинов и сваливаем моментально. А попробуй сделать сейф стейт и посмотреть, дадут ли тебе выбор там. Кстати, да, это идея. Итак, вау, какая толпа здесь. Интересно, какой киоск мы посетим первым? Чё-то, Кроши-сама... Яппари хендесио. Минна джиро-джиро оре но хоу митемасио. Чувствую, слышишь голос Крой, ты вот прям представляющий забитого, побитого парня, который на коленях где-то ползает, да, Паш? Вот серьезно. Ну да, ну слушай, какой, ну, какой знаешь, сейчас ситуация? Прямо, у него голос прям как дрожит, вот реально. Да, леди Кло... Да, леди Клоша, это все уже настолько странно... Да все настолько... Да ё-моё. Леди Клоша, это все настолько странно. Все на меня постоянно пялятся. Хэнджанай ваю. Джиро-джиро мирарэру ноа Кроа-чан га каваиин дакара шиката най дешо? Да ничего странного в этом нет. Люди просто не могут не смотреть на миленького маленького Кроа. Я чигаймасте. Я паль чотто хэн десу ё. Нет, это неправильно. Все это очень странно. Хэн на ноа аната ё. Ора, хайку мисо умари не кимашо. Ты здесь единственный, кто странный. Ну, вообще-то Кроа как раз это и сказал, да? Поторопись, давайте посмотрим на киоски. Чё-то матте кдасай! Ториайзу, отагай лесей не наримашо! Пожалуйста, погодите! Вы должны сначала успокоиться. Оре итан ханаремас кара, лесей не натте кара доу свеки ка ханашайо шимашо! Я сейчас отойду на секунду. И когда мы все успокоимся, давайте просто поговорим. Следово. Давайте я просто я... Оп. Нет, объяснят, почему... она вообще, в принципе, это относится еще к тому, почему она постоянно коллекционирует игрушки. Паш. Просто, я не помню, честно. Нет, ты понимаешь, помнишь, почему она Кроа на поводке водит постоянно? Я не помню, давай читать дальше. Я правда забыл. Кроши-сама, сонна не цилку хиппанай де кдасай! Куруши-дес, куруши-дес, те! Леди Клоша, пожалуйста, не дергайте ошейник так сильно, я не могу дышать! Сари не цинагарете иру но не нигею то суру нанте! Кроа-чан, хонто каваи ва не! Как мило, ты пытаешься снять с себя свой поводок. Немо нигасанай ва. Конна ни дайски на нони. Нигасу ваке га най же най. Но я тебя не отпущу. И почему я должна тебя отпускать, когда я тебя так сильно люблю? Кроши-сама. Доуште ксари ни цинагу то ски то иеру ёу ни нару деска? Фудан иттемо онажи дева най но деска? Леди Клоша, почему вы говорите это тогда, когда я на поводке? Чё, нельзя нормально сказать, что ли? Сари не цинагарете иру токи то, цинагарете инай токи дева, цэнцэн чигау но ё. Ну, когда ты на поводке, есть большая разница. Цэнцэн вакаримасэн ё. Я ничего не понимаю. Сонючи вакарим ё. Са, аяка икимашо, нацмасури ма уотчоу ё. Вскоре поймёшь. А теперь давай, поторопимся, или фестиваль закончится, прежде чем мы что-то успеем здесь посмотреть. Итак, где же мы начнем? А, Кроши-сама! Комбанва! Кроши-сама, мы нацмацури не ктейтан десне!
О, леди Коша, добрый вечер. Не знала, что вы будете здесь. Ара, Рука じゃない. Аната ма таношинде не? Действительно. Что, нахерел что ли, да? Так, а, Лука, это ты. Ты тоже веселишься, смотрю. Мучиро. Соре ни штемо, Кроши-сама. Да, конечно, но леди Клоша. Нани? Да. Круа то лабу-лабу де ии десу не. Атаси ва хитори демо ваттеру кара, чотто удаямаши десу. Вы и Кро выглядите так здорово вместе. Я тут одна, поэтому мне немножко завидно. Ии дешо? Немножко ревную. Атаси ну джиман но петто нано. Джибун де ию немо нанда кедо. Му, деки яй чатта. Ха-ха-ха, правда? Я так горда за моего... Я не знаю, щеночка, да? Вот. Хотя я понимаю, что я немного балую его. Кто? Щеночка? Ураямаши десу! Ваташи мо кавайи петто кау кана? А, как же здорово! Игрушку уже, в принципе, сделали потише. Ну, значит, еще потише попробуй сделать. Все там же. Тогда. Вот так нормально? Не знаю. Не знаю, я опустил громкость игры до 60%. Вот, с этими новыми микрофонами всегда... Я на 40 ставлю. Да, я вижу. С этими новыми микрофонами всегда сплошная беда, да, Паша? Зик, я на 40 ставлю. Да не, вроде нормально. Ха-ха, отлично! Может быть, мне тоже достать милого щеночка? Зехи, осисуме сиру ва. Мо, ваташи, Кроа-чан га кавайкутте. Мо, дайски-де, дайски-де. Майнич, чоу сиявасу йо. Я очень сильно это рекомендую. Маленький Кроа такой милый. Я так его люблю. Он делает меня счастливее каждый день. Ино, ацу-ацу-де. Аташи му кангайте мото. Кстати, Паш, шикарная реклама товара, да? Да, да, да. Офигенный вообще щенок. Слушай, я вот так его рекомендую, да? Вообще прям. А насчет Легливуса что-то сомневаюсь. Не, Легливус вообще не позволит себе так вести. Да, и вообще у него слухи отношения так себе. У Легливуса просто железная воля, он прибьет любого, пытается ему что-то навязать, да? Имею в виду, он как бы служит под началом Альфмана технически, да? И все равно он, короче, ему поперек горла постоянно стоит. Ну, вот. Там, это да, исторически сложилось. Да, но имею в виду, что Легливус не позволит над собой там издеваться. Легливус, значит, много компромата на Альфмана. Да. Вы как здорово, так его любите. Действительно, я это, рассмотрю ваше предложение рекомендации. Ой, Люка, орео петто жанайте. Соре ни ацацте, мата шиго. Ну, God the Hots, это вообще это выражение, опять же, да? Когда, ну, по сути, переводится оно то же самое, да? То есть... Что-что? Сохнет она по нему. Вот да, да, тоже сохнет. Эй, Лука, я не щенок. Два, никто не говорит, что кто-то там сохнет сегодня уже. Опять же, Кро здесь делает акцент на том, что они используют какие-то архаичные выражения все, да? Зарежа, Кроши-сама, кёва коно-хэнде. Кроа-чан, дайзуни кавайгатте агите кудасай не. Ну что ж, леди Клоша, я, пожалуй, пойду. А вы подзаботитесь о маленьком Кроа, да? Сережа, да? Да, увидимся позже. Fucking bullshit. Кроши-сама, петто те нан деска? Тое кото деска? Леди Клоша, что это еще за... щенок? Что здесь вообще происходит? Дую кото му нани му, мита мама жанай. Нани ко хэнка шира? Ну, все вообще-то именно так, как оно и должно выглядеть. Что, что-то странное? Хэн десу йо! Коре я секаку ищу ни нацматсури ни китей тэмо зэнзэн ими най жанай деска! Да, все это странно. Какой смысл вообще идти на фестиваль,
вместе, если все выглядит вот так вот. Нет, он стоит на четвереньках. Как послушный маленький щеночек, миленький Кро. Досте? И ты на него фуманану? Ну почему? Почему ты так недоволен? Ину митани ва-ва ие тока, ёцунбай да аруке тока, иттеру ваке джа най дешо? Ну вообще-то, по сути, он так и делает, да, Паш? Видимо, по ракурсу, да. Ну, я не говорю тебе лаять как собака или ходить на четвереньках, да? Но судя по ракурсу, он так и делает вообще-то, ходит на четвереньках. Тада ксари де цунайдеру даке нандакара. Аната но хоу га хэнни кинисуги да наё. Ты просто находишься на поводке. В буквальном смысле. Чё-то ты, короче, устраиваешь тут... бучу из-за ничего. Суё моно деска? Ну, фишка в том, что Клоши, судя по её официальному росту, намного ниже Кро. Вот. Хотя ему нужно не просто лечь, а ещё закопаться. Да. Ну, на самом деле, просто сделали красивый рак, тем более того. Да, вот и всё. Не надо, об этом заморачиваться особо, это просто CG, да? Да, значит, вот как оно, да? Им как-то просто нужно было сделать что-то на пороге, там что-то без конца что-то. Да. Паш, ну вообще это глубинное мысление, короче, это не подходит к гастам, понимаешь, не. Да, СПГС тут почти не подходит, именно. Вот. Похоже, ты не согласен со мной. Да, ну... Шикота найва, ну... Пе... Ну ладно, похоже, что у меня нет выбора. Кстати, знаешь, что мне пришло в голову следом? Цинайде. Что-что? Знаешь, что я вот смотрю на CG, мне пришло в голову, что... Ну? А здесь рисовка что-то среднее между первой и третьей автомобилем. Ну я тебе объясняю, что он, короче, именно все транзит такой, резко, да? Вот, это точно Наги, это точно он. А я тебе говорю, что просто... Да. Просто жуткий переход по резкости, но все-таки есть какие-то промежутки, не так. Ага. А может ли быть панцушот, если там ничего нет? А ты уж не знаешь. Вот, да. Возьми мою руку. Э? Что? Что сделал? Скучно тету, что я руки буду наружу, но... Ну ведь это заставит тебя почувствовать, будто мы действительно на свидании, да? Судосны. Судя. Ну да, Нет! Отойди от меня! Сонна осанай де кудасай, ханаремас кара! Эй, пожалуйста, не дергайте меня так сильно, я отхожу. А, ошейник. Чё-то матте кудасай, коре ижо ва ханареранай десь йо. Итай десь те. Погодите, я больше не могу отходить. Ай, мне так больно. Ханаретай нара, мазу куби ва о хацуште кудасай. Если хотите, чтобы я отошел, пожалуйста, снимите ошейник. Йо-йо! Хацуште я кро! Доку га ичо кому ширинай шинай? Нет, если я это сделаю, ты можешь убежать. Мо, камбиште кудасай. Нету никакого в этом смысла. Шагеки гейму га аруа йо? А яранай? И опа, все нормально. Ой, смотри, Тир! Хочешь поиграть? Шагеки гейму деска? И дескедо. Тир? Давайте. Ирасэй! Иккай хаку рифу да йо! Чё ты там, Паш, говорил? Что Альфману больше следует заедовать Тиром, да? Да. Да, заходите. 100 лиф за выстрел. Ни хрена себе. Нацкашива, не. Кодомо но коро, ичидо ятта кото га ару но йо. Ух ты, это навевает на воспоминания. Я однажды играла... Стреляла в Тире, когда я была совсем маленькой. Ано токи ва тайхен на кото ушчатта кедо, има дева ии омойде не.
Сэрэ же, оджи-сан, иккай онегай. Ну, вообще-то я совершила нечто ужасное. Но теперь это уже не важно. Пожалуйста, сэр, я сыграю. Хай-хай, майдо! Рэйлэ кантандэйо. Коно тэппоу дэ атэте отошта омоча о гетто дэгирэнда. Отлично, спасибо. Если, ну, правила довольно простые. Если вы попадете в игрушку, она ваша. Йоку нэрайо садамэте ятте минаю. Просто хорошо прицельтесь и стреляйте. Даже не просто не попадете, а собьете игрушку. Да. Да нет, имею в виду, нужно испотрошить игрушку пулями. Паш, ты чё? Там не пулемет выдается. Ну вот. Иначе бы Лауда не убежал. Так. Прекрасно, я достану того Пепина. А, похоже, не могу в него попасть, а. Я могу в него попасть, у меня остался только один выстрел. Кроси-сама, ваки о шиккари шимете, ката но чикара о нуйте. Дорогу профессионалу! Леди Клоша, так. Уберите руки в сторону и расслабьте свои плечи. Юху, кондон де шоу кедо. Ятте митара сона музыкасса га вакару ва йо. Ну, вообще-то, это намного труднее, чем кажется. Почему бы тебе не показать мне как? Понял. Да без проблем. Оджи-сан, сэшу коутай. Нокори на иппац ва ваташи но каваии Куроу-чан га учимасу. Ии ва йо не? Ну, ты знаешь, короче, блин, я не могу никак попасть. Но свет пулемет, да? И вообще все пофиг, короче, мистер в клочья, да? Сэр, мы сейчас поменяемся. Мой маленький миненький Кроа займет мое место и выстрелит. Да? Камаю! Да. Ну и ладно. Но я никогда не видел, чтобы кто-то позволял своему щенку стрелять. Ой, мы так влюблены в друг друга, мы едим и ходим на прогулки вместе все время. Вот, и я хочу также, чтобы он и мы вместе сыграли в эту игру. Знаешь, балаболит и не краснеет даже, да? Ладно, ладно, я понял. Короче, скажу, Аурига хотя бы не публично приковывала Лайнера. Да, действительно. Пусть стреляет. Сэрэча Куроу-ча, гамбатте не. Постарайся, маленький Кроа. Ай. Хорошо. Стреляем дайпоинтами, а поэтому мы попадем. Да. Ты сделал это, да, я получила, ты получил Пепина. Пепин дайски на ноё. Сасуга ваташи но Куроу-ча, му-му дайски. Сасуга Кро, я люблю Пепина. Я знала, что ты это сделаешь. Я так тебя люблю, я так счастлива. Че, Тунальтака, вот ты дарма! Господи Иисусе, проклятие! Ты получил одну игрушку. Давай, бери ее, вор. Ёкатта десне, Кроси-сама. Я так рад за вас, леди Клоша. Вот оно, Паша. Сейчас. Ну да. Да, вот. Значит, вы получили песенную магию. Милый что? Мы так и не смогли это перевести. Разве не ускорение? Можно так, по-моему, сделать. Не ускорение, это непонятно что. Ну ладно, милый драйв. Да? Да, Пепин. Пепе. Ано, Кроси-сама. Оре, ицмаде петто ятте иреба ин деска? Леди Клоша, и как долго еще я буду вашим щеночком? Ну, пока на тебя все смотрят, Кроа! Ага, точно. Значит, но ведь тогда вы будете постоянно держать меня в этих цепях. Урусай ва не, шиката най жанай. Аната то
堂々とラブラブしたいんだから。Заткнись! Что ты хочешь, чтобы я сделала? Я хочу, чтобы наши чувства заметили все окружающие. Дакара, соли то кубива ни донна канкега. Ну и какое отношение к этому имеет ошейник? Аре, Клоша сама му ките тан да. О, леди Клоша здесь. Я, коре ва Клоша сама. Конна токоро де овай суру нанте кигу десу на. Леди Клоша. Поверить не могу, что мы вот так вот здесь встретились. Ара, Кокуната, папа-сан. Комбанва. Я парик, ты там, десне. О, Кокуна и ее отец. Добрый вечер. Значит, вы тоже пришли на фестиваль? Я, Кокуна, не икитай, то сегамарите шимаймаште на. Ну, Кокуна просто умоляла меня привести ее сюда. Батте, папа, сеткакуно о мацури на нони, ие де горо-горо штейтай тти ю но ё? Канари но пу да ё, пу! Что-что? Паш. Напоминаю, если что, что в космосфере часто персонажи играют чужие роли. А, ну это понятно, это же бред полный, да? Да, иначе это бред такой был. Только ведь он себя Леглиус там и Кокуна, да? Да. Вот. Да, папочка захотела остаться дома и развалиться на диване. Ну, то есть, как нормальный мужик, да? Вот. Вторыми, когда здесь идет фестиваль. Бу! Ой, ты такая же, как всегда. Ну, кстати, это правда. Вот Кокуна реально ведет себя как персонаж. Как соответствующий, да? Вот, потому что вот это вот бу и... Блин, что он развалился в надолбанном диване, когда здесь происходит фестиваль? Что за фигня, да? Клоша-сама, кёва хитори жанай десу не. Леди Клоша, вы тоже сегодня не одна? Кёва итошино Куроа-чан га ещё не иру на ё. Да, сегодня я с моим любимым маленьким Кро. Уа, лабу-лабу да не! Кокуна му сонна фу ни лабу-лабу ни нареру петту га хоши но. А вот если она увидит себя уже вне персонажа, потому что если бы Кокуна увидела, кто-то её брата посадил на ошейник, она бы мокрого места не оставила бы от этого человека. Но Клоша об этом ещё не знает. Да. Вот, вау, вы так мило вместе выглядите, я тоже хочу такого щеночка. Дакара, орева петто жанай тте. Я не щенок. Миру кара не петто жанай, куби ва цкете руси. Ну, ты выглядишь как щенок. У тебя ведь есть этот ошейник, да? О. Соре тому мускаште, Клоша сама но койбито датта ли сте? Има ва тада петто гокко де асонде иру даке де. Ребят, может быть вы на свидании? И сегодня вы просто играете в эту игру под названием «Щенок». Не, вряд ли. Кокуна на самом деле одна из наиболее трезвомыслящих персонажей за всю серию. Будем откровенны, да, Паш? Несмотря на возраст. Да, несмотря на возраст. Да, ролевые игры подъехали, все. Чего я? Петто я, петто! Куроа-чан, има ханкоки на ноё, дакара юрисите агете. Нет, нет, он действительно мой щенок, маленький Кро, просто у него сейчас трудный возраст. Пожалуйста, поймите это. Ора, Кро, аямаримасу. А теперь, Кро, извинись перед ней. Интересно, за что? Татаку кото най жанай десу ка? Ау, вам не нужно было бить меня. Аната... Кто май дева петто на ноё, сакки итта бакари жанай. Ты должен вести себя как щеночек перед людьми. Я же только что тебе сказала. Датте, зэнзэн ими вакаранай десу ё. Себете рию курай осиете кудасай ё. Но я этого не понимаю. Пожалуйста, скажите мне, зачем вы этого от меня хотите? Мо, ичичи урусай ва не. Секкаку доудоу то иссё ни ирареру хоухоу ва кангайта то ю но ни. Аната ва доушите сонна ни ия на но? Ещё одно слово, которое подъехало. Она, кстати говоря, произносит это абсолютно точно так же, как и предыдущая, раздражённая. Вот я не знаю, зачем они называли сюда вот этих вот слов, вот зачем? А, ты так раздражаешь!
Значит, я придумала весь этот, вот, весь этот способ, чтобы нам побыть вместе на публике. Так чё, чем ты недоволен-то? Я десу ё! Акиракани окаши жанай деска! Прошлый был раздражённый, а это раздражающий. Окей. В любом случае, я недоволен. Это действительно всё очень странно. Ну, и десу. Конна кото о ште маде иссё ни итай то омоимасен кара. Укроу переполнилась чаша терпения. Вау. Это, кстати, по сути, наверное, то ли в третий, то ли второй раз в игре, когда он реально, когда ему реально что-то достало. Причем в прошлый раз был в космосфере Кроши тоже. Да. Потому что обычно Кроу очень спокойный человек, да? Всегда анализирует, быстро оценивает ситуацию и... Да. Вот. И вообще он такой вот как бы не тяжелый человек, но когда его что-то достает, то он его реально что-то достает. Ну, вот. В прошлый раз тут можно было добиться, что Кроша его испугалась бы, наверное. Да. Что, короче, в прошлый раз, когда он просто, не знаю, наорал на нее просто в лицо, да? Типа, да, что да. За фигня вообще, да? И она такая, Кроу, перестань, мне страшно, да? Вот. Кроу сильно тупит. Она же не помнит, что в космосфере происходит. Ну, это понятно. Ему совсем не обязательно так уж уважительно к ней относиться в космосфере. Ну, да. Все, с меня хватит. Если это все будет вот так вот происходить и в дальнейшем, то я не хочу больше быть с вами. Это Гоку, ну, вари дес. С меня хватит этих идиотских ролевых игр. А, ксари га? Нет, поводок. Куби ва га кичигирето. Твой ошейник сломался. Воу. Блин. Я а хотел почесать просто... затылок, короче, вместо этого наушники смел просто с головы. Значит, твой ошейник сломался. Кроши-сама, оцкияй суру нара, оре ва мотто фуцуна хохо де оцкияй штай десу. Леди Клоши, если мы хотим проводить время вместе, я хочу, чтобы это было по-нормальному, как у нормальных людей. А, значит, он всё-таки твой бойфренд. Пс, чигава йо! Чё-то, Бака-Кроа! Аната нами яттари но йо! Бака-Кроа, нет, это неправда. Глупый Кроа, что ты думаешь, ты делаешь? Кроши-сама, ицуно мани койбито надо! Вот, леди Клоши, с каких пор у вас есть бойфренд? Биккури да йо! Масака Кроши-сама ни койбито га иру нанте! Нет, слово бойфренд у нас есть, но что-то, ну, короче, я парня вообще не подумал. Чистейший англицизм просто. Да, я знаю. Какой сюрприз? Значит, у леди Клоши есть парень. Нет, это не мой парень, у меня нету парня. Первая стадия, отрицание. Да. Кроши-сама, шиккари ште кудасай. Леди Клоша, пожалуйста, придите в себя. Ненавижу тебя, ненавижу Кроу. Чё-то отцуйте. Просто успокойтесь. Воу. Отойди от меня, не притрагивайся, ненавижу тебя. А, Кроши-сама! А, леди Клоши. Стерва. Так. Сейчас посмотрим, что у нас тут. У, фейерверки. Так, все, как бы тут надо выходить, сделать сейф-стейт, посмотрим, что там будет. Я не буду сейчас диалоги читать, просто посмотрю, обязательно что там будет. Обязательно сделай сейф-стейт. Да, делаю. Потому что может не быть выбора просто. Я знаю, делаю. Не буду читать диалоги, потому что мы просто проверяем. Да. Вау. Тот самый костюмчик. А это другая она, я понял.
Ну понятно. Да, вот здесь это будет. Ага, сейчас посмотрим. А? Или они здесь еще? Смотри, Паш. Что? Вот. Да? Вот он этот вопрос, собственно. Так что здесь можно отказаться, на самом деле. Да, можно отказаться. Решать сейчас. Да. Так вот, если мы скажем первое, то мы, собственно, залокаем себя на ее рут и только на ее концовку. И мы не сможем пройти даже дальше 5 уровня в космосфере 3 уровня отеля, когда она появится. Да, это уже будет сделать нельзя. В принципе. Остаться просто друзьями, это означает, что... Что мы, наоборот, залокаемся фактически на рут 3 уровня отеля. Да. Ну и дайте мне больше времени, это просто-напросто... Я сваливаю отсюда и буду делать, что хочу, пока до определенного момента. Да, ну ты кружи сейф-стейт и выходи просто. Да. Ну, кстати, они подпортили эту концовку, вот этот выбор, если честно. Потому что в нисовском переводе спрашивалось... А третьего Рейвотейла мы еще не видели. В нашей команде еще нет, появится. В конце второй фазы. Блин, меня раздражает, что у Луки уже 6, а у Гео только 4. Чего? Да песни. А. Но, по-моему, у Кроши уровни побольше, чем у Луки. Да. У песни. Так вот, в нисовском переводе этот выбор звучал по-другому. А как она выглядит? Это здоровенный спойлер. Да. Да. Это страшный спойлер. Короче говоря, в нисовском переводе этот выбор звучал следующим образом, что... Кем ты хочешь остаться, партнером или рыцарем? Да. Ну а здесь они как-то подпортили это откровенно. Да. В общем, мы закончили первую часть 5 уровня космосферы Клоши. Вот. И... Вырос, я думаю, на этой неделе, если честно. При всей нашей ненависти к второй фазе она хотя бы короткая. Так, мне нужно посмотреть, есть ли у нас этот предмет. Какой? Есть. Проклятие Гюга. А. Да. Сейчас будет демон. Я думаю, что на самом деле еще вот именно вот этого Solid Heaven осталось. Ну, тут уж что не поделаешь. Значит, и, в общем, такая тема, которая называется... Вы так сильно его ненавидите, да? А, Леди Клоша, я бы хотел спросить... Паш. Сколько чего будет, это надо узнавать у Зига, на самом деле. А чё я? Сколько ты стримить еще будешь сегодня? Да, наверное... Так, а что у нас там дальше будет по данжам? Сейчас посмотрим. А, у нас звездная пустыня, она легкая. Дальше эмоциональная бомба. Два уровня интерсферы. Да, и Fly Front Pact. Я не знаю, наверное, пройду пустыню, и, наверное, все. Окей. Но стрим еще завтра будет, если что, на самом деле. А, ты завтра еще берешь стрим? Конечно. Потом четверг ни стрима не будет, и, соответственно, в пятницу, как обычно, да, Паша три дня. Да. Я же стримил как раз вторник и среду, да? Да там какая разница. Да, раньше. Уже никто не помнит. Ты вот. А ну молчать, Паша! Договоришься ты у меня. Так. А, Леди Клоша, я бы хотел спросить о Гюга. Я отказываюсь говорить о нем! Чё это я должна говорить об этой штуке? Так сильно его ненавидите? Естественно! Как я могу любить этот... копию... Герга? Ну, начнем с того, что... Маликшее сходство... Это не что иное, как... Блин, опять я забываю это слово. Не, Паш, ну-ка. О боже. Блин, нет, ну Балаши мне это сейчас. Ересь, да? Ересь, по сути. Да, наверное. Это не что иное, как ересь. Это татство против Герга. Да. Ну, в
Вы правы. И вот почему я сделала бомбу с мотивом Гюга. Чё-то мне уже жаль Гюга за то, что его так сильно ненавидят. Чё за прийти, чё добро? Да. Итак, мы направляемся в звездную пустыню. Дурацкий, на самом деле, да? Не помню. Так, на джойстике я этого сделать не могу, передвигаемся на клавиатуре. А почему на джойстике не можешь? Да потому что крестовина завязана на ходьбу, но не передвижение по карте. Это ж как стики, короче, и как крестовина на джойстике нормально, понимаешь? А почему? Потому что это два разных действия. Потому что это два разных действия, Паш. Нет, почему с клавиатурой нормально одними теми же стрелками? В смысле? У меня крестовина на джойстике завязана, только на джойстике в настройках на ходьбу. Ладно, правда. А стрелки на клавиатуре завязаны на передвижение по карте, что непонятного. Мне не понятно, почему с клавиатурой удается делать это оба этих действия одними и теми же стрелками, а джойстика нет. Вообще-то не удается нифига. Да ладно. Ладно, да. Потом посмотрим. Ну вот, потом, кстати говоря, посмотрим. Нам осталось, по сути, уже немножко до конца, да? Да, вот это уже два расстояния. Вот там расстояние сверху пишется. Вот там, да, два расстояния. Вот это, короче, вот те два кружка сверху, это последний данж. В этом ну, четыре данжа фактически осталось. Нет, там осталось три. Четыре, все, мы же оба посмотрим. Три, а, Паш. Да, три данжа и финальный данж. А, ну тогда но... четыре. Не, ну финальный данж он уже другой, это уже не мини-игры, это уже нормальный данж именно. И там будет финальный босс фактически этой фазы. Да. А потом завершение... Ну, он не финальный босс фазы, окей, он финальный босс... этого мира. Фейковой метафайлики. Да. Вот, у меня этот глюк, короче, наблюдается, да? Какой? Какой-то странный, ну вот. А, да. Когда, короче, непонятно почему, но... Ну, потом попробуем с тобой разобраться, что с ним. Да. На бэкграундах какие-то клетки появляются непонятные. Это особо на процесс не влияет, то есть как бы спрайты видны нормально, да? Но что за ботва? И раньше у меня такого не было. То есть первый раз, когда я запускал эту версию эмулятора, она была, такая фигня. Потом я ее запускал еще раз, ее и не было. Вот, надо выяснять. Ух ты, звезды и песок вокруг. Ну, я думаю, это они называют пустыней. Я думал, что вы придете раньше. У меня большие неприятности. Леди Клош, вы вся покрыта песком. Я потеряла звезды надежды, которые очень важны для, как ингредиенты для создания земли. Я везде их обыскалась, но я не могу найти их. Звучит как очень важные вещи. Где вы их потеряли? Я думаю, где-то в этой пустыне. Может, хотя приблизительно помните, где? Ну, я думаю, они могут быть везде, где только... Куда хватает взгляда. Везде? Пожалуйста, найдите звезды надежды. В этой пустыне должно быть три. Леди Клоша, пожалуйста, успокойтесь. Мы поможем вам их найти. Поэтому, пожалуйста, прекратите бросать вокруг песок. Разбрасываться песком. Правда? Отлично. Спасибо за помощь. А, и еще кое-что, что я забыл упомянуть. Иногда вы можете выкапывать монстров. Да, я боялся, что будет какая-то ботва в виде этого. Да. Да, я знаю. Монстры. Ну что ж, давайте посмотрим, что там Пепин может сделать, да? Да-да. Хикирасу, коно ото! Синзитеру кара, ганбатте не! Маой роде! Сонокси, мото ю! Хо! Нани о шите? Господи! Маой роде! Сонокси, сёзен! Сейчас. Маой роде! Сонокси, мазу нозу не!
Вот на ангела почему-то у меня никогда не получается нормально сделать, но работает. Сделал, ну ладно. Так, не помню, с какого откуда надо начинать поиски. 50 ли? Да, надо успокоиться. Первое. Звезда надежды. Соли. Триста ли? Сейвы делай, а то когда соберешь, тебя до лишнего пустят искать. 500 лив. Так, ну понятно. Хикинасай, коно отау! Мико-го-о-айте-сыру-ва! Сизите-нюк-куде! Соно-чо-ши-о? Ицдемо-джунби-окей-о? Мотто-чикаро-о-ва-та-ши-на-сай! Ко-ко-да! Ко-коро-о-а-ва-се-ру? Уц-ё! Нака-каро... Афрета-ку! Надо на меня психа поднимать. Сиппай-ва-ирушимасэн! Да-да-да-да. Хикари-ва! Ик-ку-де! Сизите-ру! Ладно, здесь вообще есть два выхода, сверху и снизу, да? Попробуем сначала сверху, снизу. 250 лип. Кстати, красивое озеро. Пеппин Кьют две штуки. Монстры! Блин, не успеваю я пингвины сделать, ладно. Хикинасай! Коно ото! Психа, да? Ками но мико го оайте сыру ва! Икуде! Дамежо! Нани о штерну? Дэээ! Гамбатте! Соно чоши, ицдемо джунби окей о! Так... Йо! Ну... Хай! Чикара га хайте куру! Коно ото, соно мама кинасай! なかく。あ、だだ。お。私を守って。行くね。信じてる。光よ。だ、無理だ。無理だ。私、必ず守るんだ。これ。いいわ。全部。ダメだ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 。
いつでも準備。モストよ。モスト様、いつでも準備 OK よ。ほら元気、ほらほら元気出し、ほら元気出し、ほらこれ以上はダメ。これを受けなさい。え、当然の結果ね。君を殺した。Да вообще. Так. 300 лип. 1 лип. Отлично. 60 лип. Боже, сколько денег в этой пустыне? 25 лип. 77 лип. 1 лип. 50 лип. 25 лип. И лоби. Этот, цветной парик. Фрут дров. 500 лип. Монстры. Хикирасай, Хонео Тан! Ой, ну неужели? Чё? Дуреть можно.
失敗は許しませんよ。嘘！ゴーゴー！いい感じ！反撃だ！一気に決めるぞ！もっと力を渡しなさい！撃つよ！この撃つそのまま決めさせるかも！これを受けなさい！当然の結果ね。Что у нас тут? Вот, еще одна звезда надежды. А вторая, разумеется, внизу вверху. Последняя. Тебе темку еще надо же собрать, где-то уже должно быть. Точно уверен? Ну не тут именно, а в принципе. Она есть? Написано, что есть. Да, точно есть. Хорошо, она, видимо, вверху. Сейчас найдем. Да, ну тут говорят, он мертвый. Вот она. Нашел. А, да. 108 лип. Так. Так. 7 лип. 200 лип. Шестьсот шестьдесят шесть лип, Паш. Да, естественно. Естественно. 200 лиф. 1 на лиф. Фа. Хило бит 3 штуки. Так, что это было? Кюрал А. Пятьдесят лиф. Где-то тут она была, точно. 1 лиф. Монстр. Кикинесу! この音、神の巫女がお相手するわ。当然行くでーやるー。ねえ、フィギュア、しっかりな。当然行くでーやるー。当然行くでー。頑張って。行くだ。一気に決めるぞ。これを受けなさい。バリン、ミトコップなの。ジョイティ、короче、взял по идиотски и все。え、もっと力を渡しなさい。よっ、はい、без разницы。Да, вангарда на здесь. Тоже на кейкане. Так. Ну вот, последний. Вроде все взял. Мы наконец-то нашли все три. Ну все, хватит, я сейчас умру. Так жарко, и я вся покрыта песком. Ну, я рад, что мы их наконец-то нашли. Я полагаю, все возможно, если...